Штаны по фану. Штаны у его разберешь. Ключ. Диск, точнее, рольте, кто хочет. Так давай мне, может, когда-нибудь в четвертом рейде буду говно собирать. Давай. А то забьёшь. Не, серьезно, что? Че? Когда-нибудь-то понерфят его. Так, пояс. Внимательно. Ебать ты, кинул пояс, блядь, и побежал, блядь. Типа, блядь, кому надо, тут придет и заберет, ебать. Не, ну симметрия. Там, молодец. Только в рейд долго ты собираешься, блядь. 20 минут я ждал, блядь, пока ты, блядь, родишь. А можно спросить, пожалуйста? Можно. А вот где мне стоять, холи паладину, чтобы никого не убить? Когда? Когда луч будет? В Доране. Просто на меня луч ни разу не кидался еще. Я тебе сейчас покажу. Не представляю, что делать. А на собрании ты представляешь, что делать? Да. Ну ты смотри, тебе для начала надо понять, за кем луч идет. Если не за тобой, то стой. Допустим, за мной. Допустим, смотри. За тобой просто бежишь. Помолчите, пожалуйста. Спасибо. Ты стоишь в центре комнаты? Ну, в принципе, всегда. Либо, может, чуть-чуть левее, или чуть-чуть правее. Если луч кидается на тебя... Как это проверить? Ты шажок делаешь назад, если он за тобой идет, значит он точно на тебе. Потому что он может сказать, что взгляд оставился на вас, но он будет на чувака, который стоит вот прямо возле тебя. Если он на тебе, ты просто идешь сюда, потом поворачиваешь так, и аккуратненько выносишь, и не линкуешь никого в рейде. Все. Все, что тебе требуется. Либо направо, либо налево. Понял. Все. Очень сложно. Некультурный. Без него. Слышь, а моб придет? Не, я уже поднимаюсь по ступенькам. Моб придет, которого я забанил, или нет? Конечно, придет. Посмотрим. Ну сейчас, я уже у вас на ступеньках. Подождите, сейчас я посмотрю. Че за моб-то, блядь? Придет, он придет. Ходил квест. Он квест. Шли, убьем. Жди, убьем лучше туда моба-то. Сейчас я жду. Идет, наверное. Да, идет. Ну, да, он идет. Танки удобьтесь, возьмите попольте. Хоть бы сдох от него. Так все равно потом туда идти, какая разница. Сука. Главное, чтобы паладины до конца рейда научились сакры вовремя отдавать. Чтобы понимали, что делать. А что делать, блядь? Видос надо было посмотреть, как его головно бьют. Че там? Плечики в нем. О, видал нахуй, какой я моба привел, ебать. Так они так упали. Это не обычный моб, это, блядь. Это кристалл золотой. Пропасти. Ну. Это че, он ханту надо? Лучше бы заберешь. Зачем они тебе, правда? Ну ладно, не похуй. Забери у него. На сурва переходит, наверное, уже. Ну да, с Т4 сурвы будет актуально. Да? Ничего шиплее Т4 берутся. Что? Или... Ничего шиплее Т4 берутся они, вот такая хуйня. Или тут такое. Ладно, это все хуйня. Расстройство. Где ты? Индос. Ну, бестолковый, потому что гир, когда люди берут, нет. Чё? Тем более на ханта.
Где Растрос? Хуй знает, не видел записи, не писал ничего. Пошли бить вас без нас. Чё, пулять или таймер? Таймер. Не обозрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Ёбаный долбоёб. Блядь. Да у соседа выхлоп, сука, как будто он на тракторе ездит, долбоёб. Бывает. Забирай там просто. А, нет, пищу. Руку сыграли быстрее. Хил руки, я быстро руку сыграл. Тоха, пора уже не с соседом жить, а с соседкой. Нет, на комплексе сосед. Не мой сосед. В смысле, ты слышишь соседа, который другой хат или что? Рагнарос, ты будешь? Сейчас замолчи, блядь. Я потом объясню. На ХП будешь кричать, нет? Бьем. Бьем Брукл. Да я кричу. Не забывай. А то сейчас я начну. Ну ты что хочется видеть, да? Беса подняли. Пристабаб, дайте, пожалуйста, по ДК. Бейтесь в от руки, ёпта. Сейчас надо будет сделать. Побейте третья рука. Левую руку, пожалуйста. Только если я скажу свич в правую, когда кого-то возьмут, вы свичите. Ты Павлу нажмешь? Я уже нажал. Руку, правую руку быстро. Выбить людей, потом будет дальше. Левую больше урона. По правой стоп. Левую больше. Поднять меня быстро, спер. Руку влево. Правую руку быстро. Правую. Выбить людей. Господи. И добить. Собери. Это что, блэсинг? Какой-то стих к небу бежал, да? Чё? Кто его сейчас убил? Я не знаю. Да я вроде убил. Я кого-то убил, по-моему. Лучше, наверное. На мне луч был. Ну, смотри, Титрине какая некрасия. Теперь все фапают на Титрине. Что там, пацаны? 1700 АП, блин. О, она у меня есть, кстати, надо попробовать будет. Хорошая тема. Ты сдамайся, отойду на минутку там, после внимания моего. Да, отходите, пожалуйста. Там за угол или на лестнице стойте? О, точно, пойду к вести. Добейте двоих мобов, пожалуйста, все. Ой, а нахуй ты ее берешь, если ты в танк? Я бы отдал, конечно. Зачем? А, я в танке не на один рейд? Ну тогда отдавай кому-нибудь. Ну я думаю, что да. Ну просто второй чел тоже как бы спит, ходя пал, по мне все равно решится. Не-не-не, я не за него говорю, я просто вообще. А, ты отдавай кому надо. Я уже вообще насильно буквально заставили, да? И что? Танчить заставили же, да? Не понял, можешь? Танчить заставили Влая. Да? Ну, да. Мы здесь с Дамайсом пришли ночью, и привет. Ладно. Black God, я тебе пока не даю шмот, потому что мы не приняли решение, как будет жена. Я не вижу, как ты играешь. Баба уже тут. Злоба. Как говно надо кому-то? Оставьте джипсы, пожалуйста. Есть. Этот, Дамайс, тут успеем пульнуть, нет? Баба. Нет. Нет. Закиньте, пожалуйста, шамана к танку, если можно. Злоба и вот это нам. Разнорож заберешь и яблочко. Меняешь.
Кур будет после Хадира. Пойдем Хадира. Пойдем Хадира, да, идем. Не надо никому нахуй. Так ошибку пробивание будет. Нет. Даже не думай себе брать этот нафиг. А у меня другая хуйня какая-то есть. Тоже с пробиванием брони. Вот такая. Ой, сори. Пошли бить этого. Хадира, пьем. А то как раз перерыв будет, посмотрите так, типа на Алгаона, на пожарника. На Торима, да? На Хадира. Власин, у тебя Хадира. Есть тринкет на ХП? На ХП? Да. Нет. Сейчас будет перерыв после Хадира. Пойдешь в этот верьер паутинку выбивать. Вот это с какого там, блядь? Сожжёл не друга, да, вроде? Нет. Просто зайца сделай, всё. Да если или зайца, да. Просто да? Задонь Сирусу, блядь. Или если у тебя есть баджи островские, ты можешь взять дринку и вернуть её потом, которая на танке, она еще лучше. У меня не хватит на тринку. Значит, возьмешь зайца, сделаешь. Есть велика? Да, есть. 400. Угу. Все, зайца сделаешь. А наступил кто? И два сокета, знаешь. Тварь наступила, по-любому. Подойдите все сюда, в одни крым встаньте. Пошли дальше. Блядь, назад. О, нормально. А вы слепые, ёбаный в рот. Дети, вернитесь обратно. Я уже слышу эту фразу на каре. Кстати, насчет кары, там надо бы какого-нибудь не тупого милика, который вводить будет от остальных. Да. О, можно я? Мне кажется, ну, с твоим голосом, ну, явно что-то не так. Мне уже, блядь, стрёмно. Ты имеешь в виду, где водить на этом? Роботе, блядь. Ты каком роботе, на роботе. Блядь? Мы за Кару говорим. Роботы, блядь. Ага. Боже пацаны, мой, блядь. Не знаю, робот есть. Что такое Кара? Какой робот там есть? Смотрите же, есть робот. На каком боссе там водить надо? За семитерией будет. На Молчезаре. Брось. Да? Ебать, что там водить-то будет? Там сложно. Так сложно. Да. Типа отбежать, что ли? Угу. За интервалами следить. Я даже, в принципе, уже не удивляюсь, почему челики ноют на форуме то, что для Ика и Кары надо проходка, понял? Для этого. Ну, хранители. Хранители нужны. С 25-ки причем. Да, жаль, что не йога. А, значит, на ИК-25 нужен пожарник будет, 25. Да, ебать. А у кого он слезы, со слезами, которые работают. Ой, все, храпизеть. Рыба, вставьте, рыба. Суманите, твари. Суманите, твари. Балбес, тварь. Опять, блядь, в запое сдох. Войд, я в ТД тогда. Рогов у тебя вроде нет, так что выбор невелик. Поставьте шкаф, Локи. Хоть один. Да. Ну, просто не хочется пулить вам червей, поэтому, пожалуйста, суммите. Хотя вы и так тут уже такую дорогу сделали, что можно и пройти им. Расстройство все подписано. Опять бежит. Кира. А. Ты отскочил сейчас. Отскочил? Да. Твой пет, короче, рядом с этим... С червяками пробежал там в миллиметре. Да, он у вас правильно пофиг. Ох, ебалось. Ну. Жестко. Нас 24, да?
Ага. Че, мы будем пиздить этого уёбка? Сейчас, пацаны, меня Даша взяла. Пизда, ёбка. Короче, шо? Войт танчит. Милики, правый кемп. Правый 4. Режим, левый 4. Флай, скинь мне на Макрис, на Сокро, у меня забахнулся. Я удалю случайно. Кинул в Дейсе? Да, видел. Поехали, пацаны, ДБМ. Давайте не обожжемся, пацаны. Это будет красивая победа. Фома, слушай, костра стоишь, если ты не вот так. Костер из стены слева. Все, встали, там не подошли. Больше двух стаков не, не латайте, пожалуйста, Кира, урон. Та вот именно взлетаю. Там две сразу было. Ходите. Понял. Хуя не молодцы. Чё? Потому что сдохли, чё? А, ну, блядь. Лохи получаются. Кольцо надо? Ба, а посох вообще падал хоть, блядь, я не знаю, последние нет, два месяца. Последний год, блядь. Я его вообще ни разу не видел. Тебе кольцо надо? Обез. Босс идет уже. Подождите. Кстати, Шторм, отдай кольцо, пожалуйста. Обез. Да, перекур, пацаны. У вас есть минут 7. Сейчас. Прямо сейчас. Кому там шмот надо оставать. Кому эта хуйня нужна? Я ничего не вижу. Ретрики там. Ну, давай мне, если никому не надо. А, вот. Нет, так. Надо. У тебя нет плаща такого, Фа? Так он ж не бисовый, у меня есть бисовый, мне не нужно. Чё, пока что слетать триню сделать? Да. Я за маслом. Блэкот, история та же. Я не могу отдать тебе плащ такой.
Не знаю, как вы отреагируете на это, но я лучше сейчас это скажу. Я даже в десятке не убивал ни разу Алгалона. Чё, блядь? Ну всё, смотри видосик, смотри видосик. Смотри видео в Дискорде, в ФК, там нихуя, конечно, непонятно. Вообще в информации было объявление. Я дал объявление еще 4 дня. Он сегодня в Гильдию вступил. А, да? Понял. Значит, иди смотри видео. Сами пошел. Жалко, три зода нет. Никого унижать из меликов по ДПС. Может, меня поунижать. В семитерии унись сначала. Так он уже. Но Хадириш уже унижен. Сука, на Хадире он унижен. Ну а я в других местах там был. А чё ж ты его, блядь, на Игнисе не унизил, брат? А? Там он ауешит по мобам. А ты не ауешишь там по мобам? Нет, я не достаю були по ним. И без печати порча. Без ауе. Понял. Ладно, это все говно, Егор. Токен, я надеюсь, никому не надо, да? Честно, разбойник, на тебе честно. Ну давай возьму этот, на ДД, блядь. Кто ты? Войд. Войд, а что там? А ты не успел, по-моему, потому что я уже на друид отдал, может там еще один есть? А не успел. Угу, спасибо. Все, я отошел. А кто-нибудь может линкануть, как камни на стамину называются на выносливость? Цельный величественный циркон. Спасибо. Рел тут? А что ты хочешь? А? Есть тут кто, паца? Что такое? Бля, короче, скажи, статик шторм, сука, опоздай с перерыва, у меня кошка с окна первого выпала этажа, пойду ловить на улицу. Нормально, давай. Да. Звучит крайне сомнительно, но это реально, правда. Так хули ты еще тут сидишь? Не любит животных. Ну, это а еще хуйня. У меня седьмого выпадали две кошки, блядь. А что скрафтить зайца? Не знаю, хотите, это, хотите верьте, хотите нет. Моего что? Друга с 15-го кот упал. Он сломал ноги, понял? Типа он типа месяц не мог ходить, а потом нормально бегал. Так это повезло, блядь. А ты ему ну, ну я сам офигел, типа, ну. Если бы я не увидел, типа, его в этих бинтах, блядь. Я бы не боюсь. Тебе лучше крафтить трини, которая дает тебе увеличение скорости, потому что там надо будет забегать в портал, если ты будешь в другом конце, заяц тебе поможет. А так вообще не критично. Окей. Okay.
Все, я вернулся. Открываю дверь, она там, в подъезде. Ну, видишь. Может, она получается, хорошо кормит. Хорошо кормишь, если возвращается. Ну да. Некультурный даже в фоне, да? Нет. Фоне это фоне. А некультурный это кто? Это Кира. А, Кира. Кира. А Гобгетка кто тогда? Это фоне. Сманите, пожалуйста, Паладин. Скорее всего. И на Сумидер тоже сманите. Где, блядь, Рагнарос сделался? Ты, блядь, чудо-воин, блядь. Надо, походу, совую в третий рейд приходить, блядь. Тут совы нет, нихуя. Может, во вторник прийти? Да зачем тебе эта сова нужна? Шипа есть, она такая. Зачем пришли? Сказал чел, у которого, блядь, сова, шаман и паладин. И твоя мама еще не забывай. Угу. Здесь нельзя шутить про родственников, дурачок. Все, пиздец. Жалко, жалко, нельзя продать. Можно его кикнуть, пожалуйста? Можно его закопать, блядь, в лесу, блядь. Кем надо быть дураком, чтобы про мать чужую шутить? А по дороге покажем ему багажник изнутри. Не знаю, понял, у меня у друга это, мы играли, что ему тоже там про мамку вчихляли, понял. Он говорит, ну типа, понял, мамка ебли, все такое. Он говорит, ну бери лопату, иди, блядь, выкапывай. И все, и чуваки, блядь, затыкались. Что-то как-то понял, неудобно было. Че, блядь, я бы выкопал. Нюха, я не понял, конечно, блядь. Че выкапывать? Типа, у него мертвая мать, и надо, типа, чтобы да, ее... Этот. Не, ну хотя бы не шутили, понял. Знаешь, учитывая, что я работаю врачом, это мне не поможет никак против меня. А, то есть ты уже там в этом, скажи, в морге там свой человек, да? Типа, как, ну, сегодня я... какую-то мой выбираешь, ебать. Его член свой человек в морге. Рагнарос, ты, блядь, смонишься, будешь или нет? Когда человек умирает, у него может произойти спазм какой-то мышцы. И если там есть какой-нибудь дедушка лет 70-80 мертвый, и у него вот спазмируется гениталия, то прям это ко мне. То ты залетаешь, тупо и рот открываешь. И ртом. Ебать, у вас шутки, я ебу просто. Как такое было? А я думал, ты в жопец, ебать, залетаешь, и там такой шоколад, ебать, нахуй. Глазурь наполняешь, блядь. Пиздец, конечно. Тоха, ты тут, блядь, у нас тут, блядь, дизентерия начинается, и все идет в пизде. У нас нерешенные вопросы есть. Слышь, кто там, так врач, смотрел сериал CSI? Доктор Хаус, блядь. Я не смотрю сериал. Он смотрел сериал Сосай. Думаешь, почему он так хорош в этом деле? Как же это смешно, очень, значит. Вообще шутки у них... Пошлите трэш бить, не стойте. Этих хранителей ёбнем пока. Баба уходит, заебись. Только, блядь, не надо, чтобы к нам их подводить. И ты, блядь, так стал? Ёбаный ты шашлык, блядь. Всё, на центре там, держись, и вы подойдите поближе. Не сагри только вот тех опустошителей или еще. Ну, недалеко. Мало. Так, а у кого-то есть ДК-танк во вторник танчить? Уйду.
там, типа, блядь, я паладином, а ну, слот, слот, типа, свободный. Ну, так я еще и спрашиваю, куда танчить ДК хочет? Мне Тоха, кажется, плюс хождение будет на четвертый. Что там думаешь? Так пугов доберем. Ну, так, ну, после шести, там, 18.45. Да, да, идем. Только надо заходить прям туда. Да? Заходим все. Не бейте. Это, балбес, ты сможешь, да, во вторник, в 19? А, ну все, приходи туда. Вот, в принципе, нормально. Проходите дальше. О, балбеса будет, Оки, Петр. Оки, Петр. Чикатило, балбес. Подведите Петов сюда ближе. Балбес, забери Петов. Тоха, мы сейчас тебя суманем. Не бежи, там кошка. Я вижу. Мы хэм или обычку? Хэм. Обычный хэм. А эта кошка вообще кому-то нужна или нет, чтобы типа, вообще да. Брать время на нее? Да не, мы убьем ее потом, там меч потом, конечно. Истина. Мало ли. Меч уже топовый он, блядь. То оборот, блядь, фармит, а такой меч еще ага. И дырка. Да. А что не? Он бисовый получается. Ну, одноручный. Убить, убьем босса вся. Ну, с камнем бить. Еще не нафармил на камень. Да, только не с Геровского, а с обычного. Там сыка. Ну, только тебе надо будет... Да, тебе надо будет еще выбить, в чем прикол. Так ты 100% лутаешь. А я не знаю, сейчас надо глянуть. Так, еще статы хуже. Ну, вот такое ЦК. Что тут хуже, ебать? Посмотрим. Хосты одинаково, крита меньше. На 10. На 9. Э на 6. Ну этот ты можешь получить сейчас, а тот потом. Нажмите на шкаф. Я думаю, это серьезная философия, блядь. Ну да, по факту кольцо тоже хорошее. Но для целкашного можно бегать с ним. Просто хрен его знает, как будет, типа, старо. Чё, пацаны, мы этот трэш зарьём, одного поддержим в контроле, или как метки будете ставить? Ну да. А мы типа 24 будем убить, да? Чё, идёте? Ну, я писал. Нету никого. Пошли, берите в контроль тогда. Подождите. Да. Ну, шипы возьмет, чтобы контроль. Да все, вот, возьми моба. Да, да, да. Я сегодня убил тоже. Второй раз. Турим и хэм. Как раз в контроле моба бежал. Все ко входу, встаньте. Ребят, ну отойди все. Отойдите все ко входу. Так, а мне приз не мешает там стоит? Нет, ты стой, ты. У тебя нет вопроса. Вань. Так. Иди тут встань, где я стою. Где ты стоишь? Путинник. А, все, увидим. Квадрат встань. О, 0.25. Смотрите, какой у меня макрос есть. Хе-хе. Допою, блядь. Так.
Я засрал себе, блядь. Луну шотнил здесь. Так, я правильно понимаю, что там чел пошел с пуканами? Давай, красивый стань. Там чел пошел с пугами 25-ку вместо нас. Обидно. Кто, кто? Ну, он чел ачивку полутал. Рейслин. Он написал, что он не может. Нет, я его кикнул с рейда. Да, он пошел с нами. Потом его кикнули. Тогда он бой. И он сказал, что он не может в четвертый рейд попасть, у него там ночная. А можно, пожалуйста, детали рассказать? Последнюю фазу. Я сейчас все расскажу. Что-то дорога не пойдет. Лифри. Там со мной в четвертый ходил. Ну я хуй знает. Если хочешь, бери. Добирать рогу? Антон. Какого? Лифри. Да задумайся, подожди. Чё? Поменять полипауэр. У нас типа ретрик, который бафал кулаки и свалил. Уже как да, сюда. Можешь. Чудесно. Так что, брать рогу или нет, Тоха? Подожди. Так. Луна, стою я, Блэссин и Лосевод. Егор стоит в печеньке. Я Blessing Лосевод. И Шамагонщик. Иди сюда в луну. Я Шамагонщик, Blessing. Прям метку стань. И Лосевод. Не станешь потом. Егор, печенька. Егор, стань печенька. Обжорство. Крестик. Танки в свою метку. Квадрат. Два танка. Void, fly. Танк. Метку свою стань. Fly. Void где? Значит, первый мили-кемп это будет у нас. И сейчас Рагнарос. Black God. Трусы. Вы стоите вот так. Второй миликемп. Остальные милики сюда.
треугольник. Точнее, ромб. Сколько у вас здесь? Три человека. Здесь сколько? Три человека. Все, рейнджи распределились. Печенька, звездочка, крестик. По 3-4 человека. Сами быстрее. 3-4 человека. У нас лишний шаман прибежал. Бев. Кстати, шторм. У нас 4. Ты можешь либо к меликам стать. Тут сколько человек в звездочке? Отойдите. В звезду встань, кстати, шторм. В звезду. Там 3 человека. Так. Кресте. Что? В кресте 3 вроде. 4 в кресте, 4. Обжорство, джок, вэф и... Нормально там. Там 4-4-3. Значит, туннель идет. Третья пачка Fly. Четвертая пачка кроме Нира. И Vivi. Остаетесь на арене. Нир и Vivi. Третья, четвертая пачка идет. Я иду и шамагонщик в туннель. Все, убивайте. Кто так первый танчик? Добирать будем или нет? Нет. ДК. ДК первый. Бой, ты помнишь, да, что сделать? Да. Сюда босса подводишь, и отсюда идешь спиной в свою метку. Четко. Напомните, пожалуйста, как моб называется, которого вы кажете? Завоеватель. Они самые большие, ты их не проебешь. Юзаю? Каску, ребафните, пожалуйста, помогу. Конечно, юзаешь. Каску помогам ребафните. Вообще, каски. А это я каски бафлю. То есть там. Как всем. Потом дам. Сейчас не дам. Право комната. Лево комната. Со второго пробудителя диспойте. Щит. Быстрее. Право комната. Право комната. Все мили еще стали. За спину. За спину. Мы в одного мова, да, будем? Да. Надо чуть быстрее это все делать. Туннели. Обжорство. Ты там Mass Dispel только в range zone давай, хорошо? Мать. Там смотри, когда нитка будет, если пацанов приморозит, спел дашь, все. В принципе, в остальных моментах можешь этого не делать. Чуть надо поднажать. Давайте быстрее. И большого, и мелкого молота тоже убейте, пожалуйста. Сразу. Когда на вас, если вас приморозило, не дай бог, и вы видите нитку, скажите свой ник и попросите фридом. Потому что мы не будем диспелить просто так. А что делать, чтобы не переморозило? Ничего не делать. Тебя будет морозить по... Побежали, тротам. Побежали. Быстрее бей. Под стеночкой. Поднимите рейд. Ой, первый. По меткам стали? Мобов много ходит. Добейте. Рейд поднять. По меткам стали. Мобов сначала добейте. Поднять яблочки на СПР. Мобов добейте. Помогите мобов добить, подрать. Кресте моб, помогите добить. Ребят, вы сейчас убьете завоевателя. Кто там, Mass Dispel или что вы делаете?
там трепет, блядь, стоит. Уберите его нахуй вообще. Охуеть. А хуй здесь трепет вообще ставить? Дайте БЛ. Там минус 6. Я смотрю, как метки стоят. Бейте вас. Все нормально стоит. Диван дайте. Только вот как бы без 8 людей. И умирайте. Да я смотрел, стоят ли нормально метки. То, что они умерли, это не моя проблема. А умерли они от чего? Сейчас чекнем. Диван дайте кому-то. Цепная. Это получается... Получается, толпа была вообще там, считай, две метки вместе, да, стояли? Ага. Не вставай. Не кричи, пожалуйста. Не дали. Да, это давайте. Ресут, ресут, у нас здесь есть двое человек. Мы с Ресут. Я уже сказал, видел. Зачем. Потому что я не видел, что бомбиона. Так. Сейчас вы, блядь, кошку еще спулите. Не тэпайте. Не вызывайте пока. Смоньте людей. Крис, скажи, а Пирал может с кем-то поменяться, чтобы он спину мог бить? Трусы, чтобы встать? Да. Кто там в трусах у нас есть? Поменяйся с кем-нибудь. Сум, тыкайте, пожалуйста. Блять, а... Был бы какой-то аддон, я вот хуй знает, как вот отследить, кто именно рейндж с собой не держал сейчас, вот когда сдохли с пула. Пропиши рейндж 12 и все. Да там... нет. Ты не пропишешь ничего, там... Этим убилом. Там надо смотреть. Убила цеповухой. Может, комбо дал череду, блядь? Может, комбо дал череду. Там много мобов было, поэтому, скорее всего, что кто-то просто в панике бежал, бил и линканул. Ну, кто в трусах было? Стоит? Два мелика плюс поставили? Рагнарос и не сейчас. Теперь вы стоите не в трусах, а в этом, блядь. В ромбике. А два кота стоят просто. Ферштейн? Ферштейн. Можно спросить? Можно. Что мне нужно делать на второй фазе? Кроме того, что стоять... Блэссин, мне... просто хиль стой и все. Ты... Мы не отходим, у нас сейф-зона. Мы в луне стоим и просто хилим. И диспелим там чувака, который попросит, допустим. Когда ты видишь, что надо диспелить, просто если ты видишь нитку в том кемпе, диспель чела и все, а так в принципе похуй. Просто стоишь и хилишь. Ладно, понял. По команде Секруса был ему сказать, что... Пошли танки. Сразу моба возьмем. А, не, не надо, что я беру. Дистанс 12 сделайте себе, чтобы видеть. А рычаг вы не нажимает никто, я смотрю.
Чак нажимает у нас. Нажиматель есть специально обычный. Чуть не видел там никого. 10 секунд проебали. Что это? Где я? Кто им мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить? Этот в контроле, не надо его хуярить. Метку поставьте на него. Нет, там ассист. Право, лево туннель. После взрыва, лево. После взрыва, право. Право. Волка убери, давай, волка убери. Какашки убери. Подожди, а кто в контроле моба держит? Обжорство, да? Спасибо. Что-то не так делаю? Все так. Не-не, я хотел взять твой таргет и поставить метку. Я вижу, у тебя таргет прыгает. Я могу прыгать. Так ты моба уже держишь или нет? Да, вон он прыгает. Квадрат ну встал. Вот, ставлю. На завоевателя кружок, не бейте кружок. Не понял. Там не бейте кружок, у них не работает, у них мод включается, там, блядь, бурю жмут нахуй и всякую хуйню, и все, там, блядь, невозможно. Не на того поставил, вот. Ну я бить вихрь. Ну я поставил на того, который у тебя в таргете был. Я просто отсюда не могу. Я понял. Я могу по фрейму твоему поставить. А таргет воина возьми. Я сейчас смотрю. Кого взять? А вот, все. Таргет воина. Кружочек быстрее, поставил. Быстрее, прижимайтесь. Прыгнули на арену и стали сразу свои метки. И трэш залили. Потом уже усыпались. Да, после трэша давайте геру. Пошли быстрее. Вы по коридору бежите? Да, мы тут. Да. Добивать. Я запускаю. 12. Давай, балбес. Рунических убейте, добейте. Стань метки. Рейхард. Мобов. Кто первый танч? Двое? Контроль. Печенька. Прям свои метки. Встаньте, ПЛ дали. Погнали. Фласки все пропейте. Это нормально. Первую, это стоим. Первую это просто оверхильте, пожалуйста, там где это, блядь, звездочка. После Геры отбегайте уже. Подожди, помолчи, пожалуйста, Гера. Когда поменяете, скажи. Поменялись. Там. Ой. Там ром не достает. Кристи, подходите. Отлично. Все нормально. Отлично. Давай, держите. Все так же делайте. Все нормально. Кира, ты в кемпе с танками. Мне инер надо, эспер. Уна чуть-чуть назад шел. Поменялись, говорите, блядь, да, алё. Плохо. ДК танч. Месси, винер мне. Сука, дайте диспел. С придом диспел. Тесто. Сокрудал. Угу. Не успели. Сори. Встанешь. Ребаф дайте хотя бы какой-нибудь. Рэмпейдж, дай мне. Поменялись. Кому мне, он спрашивает? Это Алина-сан. Алина-сан. Крест на место. Сука. Обратный крест.
Ниру, балбески дайте, пожалуйста, Джокеру дайте. Спо. Поменялись. Нир, Джоки, базы, спо. Будет рано. Да, что-то просадило. Все нормально. Жму 50. Забирай. Поменялись. Black God, готов каплю? Я скажу когда. По оффлайн. Шли. Давай каплю по флаю. Каплю по флаю. Сейчас будет танчить. Твою мать. Ничего, ничего. Анонсить. Забрал. Звездочку. Я прожался пока. Уклонение, конечно. Просите звездочку тут. Забирай. Блэссин, дай каплю. По флаю. Повойду, повойду, повойду. Что такое каплю? Ланчер. Помолчите, помолчите, бейте босса. Лань Джерпинс. Сакра одиночная. По войду, быстрее. Забрал. Возложение себе. Флай. Я дам возложение. Я спам, не надо. Мана нет. Когда буду забирать, есть незыбка. Давай. Как будет незыбка. Тихо. Молчите. Лосевода шотнула с мобом. Под незыбкой стоит нормально. Забрал моба. Бейте босса. Моба или за контрольки или убейте. Флай, дай по мне каплю сейчас. Я сокру тебе даю. Ага. Крестик, бегите. Кровь прожал, я еще поставил. Забрал. Ага, да. Живи. Все, да. Да не. Там моба либо надо убить, было, либо контроль. А то, что сегодня сдохло, да? А он. Да при чем тут моб, блядь? Да он ж хосты дает больше. Ну блять. 100% урона, пиздец. Нет, только хосту дают. Можно ливать, это, блядь, ой, сколько там, да, хосты. Задумайся, ты объяснишь, что такое капля выстрелила? Да я понял. Я уже объяснил. Так, ну, наверное, и масса крыни тут тоже, да? Есть. Нет. Надо как-то сделать, блядь, чтобы с пула не дохли люди, я хуй знаю. Пула там линкует этих. Там миликов двоих убило, это не страшно. Там по-любому кто-то умрет, там 4 человека. Я сегодня, короче, бил, у меня получилось в метке. А кто там мне сказал, что милики не достают или что? Я не понял. Да, да, в рамбе. Вы не достаете в рамбе? Нет. Там чуть-чуть выходишь на один. Вы можете? Вы по distance 12 можете немножко вперед пройти. Вы не должны никого доставать. Да мы или не доставали, просто не совсем вот. В рамбе стоим. А, ну я сейчас подвину туда, окей. Отлично. Кинь мне трейд шипа. Флай танк, паладин. Не за что. Флай и Войд, анонсите, пожалуйста, четко, когда вы меняетесь. Ок. Забирай, говорите слово там. Флай забрал или Войд забрал, вот так. Угу, все подумал. Чтобы мы понимали, когда. Сейчас активация. Настоев нет, еды нет, ребят. Еда стоит, настоев. Пиздит это.
что заканчивается. Мучача. Пошли танки быстрее. РЛ? Чё? Рычаг? А я что делаю? Рычаг, блядь, ты, блядь. Рычаг, блядь. Короче, ошибаешься. Рычаг, блядь. Ты бессмертный, блядь? Налево, туннель. Это как приз. А кто это такое, блядь? Кто это сказал? Направо после взрыва. Ты его хочешь подписать про чакру? Ты ему плюс к роллу дашь, да? Да. За храбрость. Налево. Ну, агри, сука, чтоб он не бил этой хуйней. Что ты сделал? А ты что, влево не можешь подбежать? Что? Так а зачем? Ты пил, блядь. Будешь пятый рейд водить, нахуй. И, блядь, и в четвертом хорошо. Блядь, продлить надо было. Не. Коя. Точнее, Койл. Это как это, слышишь? Антон. Как прошлый рейд, помнишь? ШП можно прислушника первым бить. Чё? Эльдару что-то затирал на собрании, ебать. Так это Лосевод был. Ну да. Но он не знал просто, наверное. Не, я не знал тему, что Афлики там должны агро держать. Ну я в Луде, блядь, совсем ничего не знаю. Что... Ну да, тем более, я ещё не знал, что это Эльдар. Ну да. Это я тоже не знал. Но про рычаг не я, я молчу. Нет, твой голос я уже выучил, блядь. Сейчас я вычислю, блядь, кто у нас в рычах. Стоило один раз обосраться, когда все знают, блядь. Сука. Это я навсегда, брат. Вот кто-то сказал рычаг, блядь. Это, блядь, все. Это залет. Ты уже тебе, блядь, можешь даже ник менять, если тобой есть. Кто первый танец? Твой. Да, это завоеватель. Ты мобов контролишь, что ли? Да, да. Да. Все, идеально, давай, Геру. Первые два дебафа на боссе, не отходите. Просто стойте хуярь. Флай забрал. Вы только понял, главное, оверхильте ту зону. Помолчи, пожалуйста. Да. Сейчас Сэммит и Рагнарос вы в танке стоите. Поэт забрал. Блэссинг. Когда танки перекидывают таргет, ты должен меня чистить. Это будет затратно, ну ладно. Ну смотри сам, ладно. Флай забрал. В тот раз я не менял. Крест вышел, крест вышел. Крестик, отойдите, ребят. Крест обратно. Флай забрал. Месси, Иннер мне. Понял. 61. Забрал его флай. Это да, нас, да, Линка, но это нас крест. Моба надо добить, мне кажется. Добивайте моба. Да все, в пизду, ложитесь, заебали нахуй. Не хочу. Я дал диван кому-то.
Нет, нас линканул крест убил. Ну не нас. Нет, нас. Не было креста. Я чекал рейндж специально. Мы вас не задели. 61-200. Потому что... Кто-то линканул нас. Нас кто-то линканул. Просто. Все. Он когда кинул по нам цепнуху, она ушла, короче, в заднюю, в блэк, в вайф и обжорство. Если бы не дошла, то есть кто-то бы из нас дальних умер. Нет, она летит в вас четверых и линкуется на пятого чела. Две минуты, чем осрез, если что. Вставайте, бегите. Нормал убиваем, идем дальше, надоело. А зачем вы встаете? Тут масрез идет. Две минуты, сказали, когда. У некоторых когда. Не у всех когда, но хотя бы. Ну, блядь, вообще ни у кого. А в обычке надо контролить? Нет. Не. Там тотемчики кто-то не убрал из шамана. И этот кто-то не спалился. У меня, короче, было... Бля. Ой. Вы еще, блядь, мобу пулили. Я, короче... Вот он за тобой. Слышишь, я расставлял на Тореме три человека без вот этих меток, типа. И у меня в каждой метке по три стояло. Один милик у меня... Ой, да жопы. Да можно как хочешь бегать. Можно под стенкой бегать кому-то. Три человека, бегать. Да, у меня бегали. Если люди не понимают, что происходит на боссе, я не буду это объяснять. Надоело. Я не хочу это. А да, когда вы, блядь, с этими мобами убегаете? Бейте их, блядь, все. Да ладно. Че за мобы? Бля, у меня мэна вообще нет. Может, мы умрем просто, а потом реснемся заново? Зачем? Короче, факт в том, что там, ну, типа, с пула так не дохли. Не два, ну, типа, в конце у меня только 5 или 6 трупов было. Уже когда 2 ляма у босса было. Нормально убили, прям, уверенно. А, сегодня даже видос записал. Висит, блядь. Зайдите сюда, возьмите моба БМК, большого убей. Быстрее. И, блядь, как вторые тупить начинаете, нахуй. Нихуя не хотите делать. Шо, пожарный? Хуярный, блядь. Пойдем на пожарную, конечно, попробуем. Один раз. Дебафы тереть, жрите быстрее. Дрочим уже, блядь.